بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد продолжаем чтение книги نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح شيخ الصالح الفوزان حفظه الله. И мы остановились на втором пункте, и сказано у нас в Матне. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا или же كفر إجماعا, если не соблюдать каваид аль-вакф. Что значат эти слова? Шейх, рахимахуллах, ва нафа'а би ильмихи фид дарайн, говорит. Ас-сани, второй, имеет в виду второй накид, или же второй пункт, который делает ислам человека недействительным. Ман джа'аля байнаху ва байна Аллахи ва са'ита. Тот, кто сделал между собой и между Всевышним Аллахом посредников, имеется в виду в поклонении. Яду'ухум, взывает к ним. وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَ и просит у них заступничество. وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ и уповает на них. كَفَرَ إِجْمَاعًا, такой человек совершил куфр по единогласному мнению ученых. В комментарии к этим словам говорит шейх Фаузан, Аллах Ахфаза, هَذَا نَوْعٌ مِنَ النَّقْدِ الْأَوَّلِ, это считается подвидом из первого раздела, который портит ислам человека. То есть это не является каким-то самостоятельным разделом, отдельной темой, отдельным видом, который портит ислам человека. Нет, это подвид из первого раздела, это ширк. То есть то, что описано во втором разделе, это тоже ширк. Это можно назвать викруль хас ба'даль ам, упоминание частного после упоминания общего. После того, как шейх сказал ширк в общем, упомянул один из проявлений ширка в частности. А это «Ман джа'аля байнаху ва байна Аллахи ва са'ит», тот, кто делает между собой и между Всевышним Аллахом посредников. Подобно тому, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, и читание «Ва саб'аль мубикат», «Сторонитесь семи смертных грехов». Далее перечислил, сказал «Аш-ширк ва сихр», то есть многобожие. Затем сказал «Сихр», несмотря на то, что сихр также является ширком. Упомянул частное после общего. Говорит далее шейх Фаузан, «Ва хуа ллази яджалю байнаху ва байна Аллахи ва са'ита». Впадает в этот вид из видов вероотступничества тот, кто сделал между собой и между Всевышним Аллахом посредников. Уалякинна шейха афрадаху ваджа'аляху науан мустакиллан. Несмотря на то, что второй пункт является ответвлением от первого пункта, но шейх выделил его и сделал его отдельным видом, самостоятельным видом. Ликасрати вукуихи. Потому что очень многие в него впадают. По причине того, что очень многие люди впадают именно в этот вид, шейх его выделил отдельно, для того, чтобы человек был более насторожен и сторонился его в частности. لِأَنَّ هَذَا يَقَعُ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ. И потому что именно это исходит от тех, кто заявляет о своем исламе, претендует на ислам. وَهَذَا كَثِيرٌ عِنْدَ الْكُبُرِيِّنِ. И этого очень много, то есть это очень распространено среди кубуриин. Могила поклонников, то есть тех, кто обращается со своим поклонением к могилам. يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْوَلِي لِيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Приближаются к угодникам для того, чтобы они заступились за них перед Аллахом. أَوْ يُوَصِّلَ حَوَائِجَهُمْ إِلَى اللَّهِ. Или для того, чтобы донесли их нужды до Всевышнего Аллаха. بِزَعَمِهِمْ. По их мнению, то, как они считают. هَذَا اتِّخَاذُ الْوَسَائِلِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. И это называется брать средства помимо Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. Искать каких-то средств помимо Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. Язбаху ляхум. Такой человек приносит жертвы для них. Ваянзуру ляхум. И дает обеты для них. Ваястагису бихим. И в тяжелых ситуациях обращается за помощью к ним. Ваякуль. И говорит. Хаза ляйса биширк. Это не является ширком. Хаза иннама хуа тавассут. Это всего лишь посредничество. Это всего лишь поиск посредников и заступничества. Который приведет меня ко Всевышнему Аллаху.
هَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ. Это праведный человек. لَهُ مَكَانَةٌ عِنْدَ اللَّهِ. У него есть свое положение перед Всевышним Аллахом. فَأَنَا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّبَنِي إِلَى اللَّهِ. И я приближаюсь к нему для того, чтобы он приблизил меня к Аллаху. هَذِهِ حُجَّتُهُ. Таков его довод. Таков довод человека, который взывает кому-либо, кроме Аллаха, под предлогом «Я хочу, чтобы он заступился за меня. Я хочу, чтобы он приблизил меня к Аллаху». وَهِيَ حُجَّةُ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ. Это является его доводом, и этот же довод был доводом первых поколений многобожников. Как говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Зумар, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Те, кто взял помимо него, то есть помимо Аллаха, себе покровителей, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ. Они говорят, мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили к нас, к Аллаху, еще больше. Далее Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в продолжение этого аята говорит, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ. Воистину Всевышний Аллах, в конце это сказано, не ведет прямым путем лгунов и неверующих. То есть Всевышний Аллах назвал это неверием, поклонение кому-либо помимо Него, под предлогом, что эти, кому они поклоняются, приблизят к Аллаху, субханаху ва тааля, Всевышний Аллах называет неверием. Якулюн, говорит шейх Фаузан, также они говорят, «Ма джаальнахум шурака алиллах». Мы не сделали их сотоварищами Аллаху. Уалякин джаальнахум васаита юкаррибунана. Однако мы их сделали посредниками, связующим звеном, который приблизит нас. Уаллаху саммаху ширкан. Однако Аллах назвал это ширком. Как бы вы это ни называли, на прошлом уроке мы уже говорили, аль-асма ла тугайру аль-хакаик. Названия не меняют сути вещей. Ширк, он остается ширком. И даже если вы скажете, это не сотоварищи Аллаху, это посредники, которые доносят наши нужды Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Или же это наши заступники перед Всевышним Аллахом и тому подобное, как бы вы это ни называли, это останется ширком. Потому что сам Всевышний Аллах назвал это ширком. Аллах, субханаху ва тааля, говорит в суре Юнус, в 18 аяте, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُلُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. И поклоняются они, помимо Всевышнего Аллаха, тому, что не вредит им и никакой пользы не приносит. И говорят هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللَّهِ. Это наши заступники перед Аллахом. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Скажи, неужели вы хотите оповестить Аллаха о том, чего Он не знает на небесах и на земле? Субханаху ва тааля амма юшрикун. Пречист Аллах и возвышен от того, что предают ему в сотоварищи. То есть Всевышний Аллах субханаху ва тааля, как говорит шейх, фасаммаху ширкан. Аллах назвал это ширком. Аллах назвал это ширком. Сказал, поклоняются кому-либо помимо Аллаха, тому, что ни пользы не приносят, ни вреда никакого им не наносят. И говорят, нет, это наши заступники перед Аллахом. Однако Всевышний Аллах заканчивает, говорит, пречист Всевышний Аллах и возвышен от того, что предают ему сотоварищи. Значит, это было названо ширком, названо предавание Всевышнему Аллаху сотоварищей или приравниванием кого-либо к Аллаху, под каким бы предлогом это ни делалось. «Маа аннахум юсаммунаху ташаффуан». Вместе с тем, что они это называли поиском заступников или же поиском ходатайства. «Вахаза хуальвакиа». И это и есть действительность. Инна кафиран мимман яддауна аль-ислам ва ма яфалунаху маа аль-кубури аль-ан. Те, кто заявляет о своем исламе и претендует на ислам, говорят, мы мусульмане, посмотрите на их положение, что они делают по отношению к могилам на сегодняшний день. Яттахизунаха васаита. Берут их посредниками, байнахум ва байна Аллахи, между ними и между Всевышним Аллахом. Имеется в виду в поклонении. وهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم. И вот этот вопрос, он скрыт от многих, то бишь многие его не понимают, не могут осознать полноценно вот этого вопроса, حتى من طلبة العلم, даже от приобретающих знания людей скрыт. Конечно же, шейх не имеет в виду здесь
истинных приобретающих знаний, истинных туллябль-ильм, которые начинают изучение, начинают свой путь в приобретении знаний с изучения таухида, с изучения правильного вероубеждения. Затем переходят от книг маленького размера к более широким книгам, более обширным книгам. И следуют этому пути, который был установлен учеными. Шейх не имеет в виду их, имеет в виду псевдоприобретающих знаний или ложно приписывающих себя к туллябль-ильм. Те, которые, возможно, обладают каким-то знанием в какой-то области, выехали из своей страны для приобретения знаний и все свое усердие посвятили изучению фикха, для того, чтобы, когда они приедут обратно в свои страны, быть самым лучшим из тех, кто разбирается в фикхе ханафитского мазхаба, или быть самым знающим в фикхе шафиитского мазхаба, потому что им придется встать на посты хазратов, или даже, возможно, муфтиев, и тогда они обязаны будут знать это, а наука таухида им особо не пригодится и тому подобное. Или же изучают люга, язык, все свое внимание уделяют только этому, не обращая внимания на вопросы таухида и единобожия. Или же даже изучают Коран, заучивают полностью, переходят, начинают учить карааты, разные 7 караатов разных учить и так далее, но не уделяют внимания наиважнейшему. И по причине этого люди думают, что они талибатуль-ильм. Люди считают их за приобретающих знания, за студентов, которые обучались в арабских странах, или же по причине их знания фикха, или же по причине их знания Корана. Но когда мы говорим знание Корана, конечно же, мы не имеем в виду смысла Корана. Мы имеем в виду то, что они заучили Коран, зазубрили Коран. Однако, что касается смыслов, если бы они вниклись в смыслы Корана, то это непременно привело бы их к изучению таухида, и они бы поняли смыслы таухида, истинного единобожия. Как говорил Ибн аль-Кайм рахимахулла, «Инналь Кур'ана кулляху фит таухид». Воистину, Кур'ан, он полностью гласит о таухиде. Воистину, Кур'ан, он говорит только о таухиде. Если мы будем читать Кур'ан, то мы увидим, что в Кур'ане либо сообщается об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, или же о его действиях, создал небеса и землю и так далее. Говорится о его действиях, что является таухид ильмий, таухид рубубия и таухид асма ва сифат. Или же в Коране нам повелевается поклоняться единому Всевышнему Аллаху и сторониться поклонения кому-либо кроме Него. А это таухид амалий, то есть единобожие в улюхии, единобожие в божественности Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Опять же таухид. Либо в Коране нам приказывается выполнять что-либо, либо повелевается сторониться чего-либо, запрещается делать что-либо. А это то, что дополняет таухид, делает его полноценным. Опять же, связь с таухидом. Либо в Коране описывается рай. А это то, что является воздаянием тех, кто воплотил таухид. Либо описывается огонь со всеми его мучениями. Нас'алюллах аль-афия вас-саляма. А это то, что является воздаянием тем, кто отвернулся от таухида. Либо в Коране сообщается истории предыдущих нам поколений, что сделал с ними Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, как он их погубил, опять же погубил по причине того, что они отвернулись от таухида, или же Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает нам о пророках, как он их подкрепил, какими чудесами он их наделил, опять же это было воздаяние тем, кто воплотил в себе таухид, поэтому Коран он полностью говорит о таухиде. «Инналь Кур'ана кулляху фит таухид». Воистину, Кур'ан, он весь только о таухиде рассказывает. И если бы человек понял Кур'ан должным образом, то непременно бы это привело его к единобожию, к правильной акиде, к правильному иману. Однако люди в наше время заучивают Кур'ан и не уделяют внимания акиде. И это не было путем сподвижников. Более того, мы можем сказать, что путем даже молодых сподвижников было то, что они изучали в первую очередь иман. Как это приводится в хадисе Джундуба ибн Абдилля, который приводит ибн Маджа, «Кунна маан набии, саллиллаху алейхи вассалям, ва нахну фитьянун хазавира». Он говорит, мы были вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и мы были молодыми и резвыми. «Фатааллямна л-иман, кабля анна тааллама л-Кур'ан». Говорит, и мы изучали иман, то есть акиду, таухид, правильную веру, прежде чем изучали Коран. «Сумма тааллямна л-Кур'ана, фаздадна бихи иманан». А затем, изучая Коран,
мы увеличивали посредством него нашу веру. Путем сподвижников было изучение акиды, имана и таухида, а затем уже изучение Кур'ана. Посредством Кур'ана они уже укреплялись в этой акиде и в этом таухиде. Однако в наше время те, кого называют толибатуль-ильм, и как выразился шейх Фаузан здесь, сказал, даже требующие знания, скрыт от них этот вопрос. Как так? Если человек, приобретающий знания, неужели он не знает этого вопроса? Ведь мы только начали учиться, самый первый, самый короткий матан взяли на вакадуль-ислам, и уже нам разъясняется этот вопрос. А как же тогда приобретающие знания, которые посвятили этому более долгий срок, нежели мы? И они не знают этого вопроса? Да, потому что приобретающие знания, их условно можно поделить на две группы. Истинные приобретающие знания и те, кого люди считают приобретающими знания. Но такими они не являются. Люди считают такими либо по причине их знаний в области фикха, либо по причине их знаний в области Кур'ана, либо по причине их знаний в области языка. Однако, как говорится, можно знать многое, но не знать самого важного, а это таухид и акида. Поэтому, как сказал один из татарских поэтов, «Укадук без мадрасада, амламадук без бернасада». То есть учились мы в мадраса, однако ничего мы не поняли, никакой пользы оттуда не извлекли. И точно так же эти горе, приобретающие знания. Поэтому, конечно же, шейх имеет в виду именно их. То, что от них скрыт этот вопрос, и они могут людям доносить, что это хорошо, что это нормально. Как говорит шейх Фаузан, «Вахунака уляма юдафиуна анха уля». И есть ученые, которые защищают такой тип людей. То есть тип людей, которые говорят то, что можно взывать кому-либо, кроме Аллаха, если ты взял его себе посредником, если ты хочешь, чтобы он донес твои желания до Аллаха, если ты хочешь, чтобы он заступился за тебя перед Аллахом, то тогда можешь адресовать ему какие-то виды поклонения, которые исходят от тебя. И защищают таких людей. Опять же, шейх Фаузан здесь имеет в виду кого? Истинных ученых? Или же тех, кого люди могут посчитать учеными? Конечно же, тех, кого люди считают учеными по причине каких-то знаний в определенной области. Но, конечно же, не имеется в виду здесь ученые раббаниин, те, о ком Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валякин куну раббаниина бима кунтум туаллимун аль-китаба ва бима кунтум тадрусун». Однако будьте раббаниин, в то время как вы обучаете Писанию и обучаетесь ему сами. И, как говорили ученые, кто такие раббаниин? Те, которые обучают людей, начиная с малого знания и переходят к более большому. И, конечно же, уделяют внимание в первую очередь на самые важные вопросы, а затем переходит к менее важным вопросам. А самый важный вопрос в жизни мусульманина – это таухид. А то, что ему противоречит, это ширк. И это нужно знать в первую очередь. То есть мы понимаем, что когда шейх Фаузан говорит «уляма», он не имеет в виду истинных ученых, он имеет в виду тех, кого люди считают учеными. А в наше время любой, кто поднялся на минбар, считается ученым. Любой, кто записал какой-то урок, считается ученым. Любой, кто выпустил какой-то отрывок в журнале со своими мыслями, считается ученым. Это великий ученый Египта, это великий ученый Саудовской Аравии, это великий ученый, его начинают называть, и тому подобное. Как примером может служить, допустим, человек, имя которого Шаарави, мисриец. Везде висят его фотографии, на книжных полках его книги с его фотографиями, постоянно какие-то выступления, видеоуроки и тому подобное. Когда спросили этого человека, сказали, можно ли, построив мечеть, возвести в ней могилу внутри этой мечети. На что он сказал, абсолютно никаких проблем нет. Этот человек, которого, я не знаю, пол Египта или даже больше считают ученым. Это Алим Шаарави, говорят они. Считают его ученым. Когда у него спросили, можно ли возводить могилы в мечетях, сказал, да, абсолютно никаких проблем нет. Сказал, потому что могила нашего пророка, салям, в мечети. Бывший муфти Саудовской Аравии шейх Ибн Бас, рахимахулла, сказал, человек джахиль, тот, кто говорит, что могила пророка находится в мечети, вот человек джахиль, и разъяснил этот вопрос. Суть этого вопроса в чем? То, что брать кого-либо посредником между собой и Всевышним Аллахом в поклонении является ширком. И это один из видов ширка. И именно его могут не знать многие из приобретающих знания. Кто имеется в виду из приобретающих знания, мы сказали. И именно в нем могут допускать ошибки даже ученые. Какие ученые? Мы опять же уже упомянули, кого имеет в виду шейх Фаузан Хафизахулла.
ويقولون, говорит дальше шейх, هذا ليس بشرك. Они говорят, это же не ширк. А ширк عبادةُ الأصنام. Ведь ширк это же поклонение идолам. وهؤلاء ما يعبدون أصناما. А ведь эти не поклоняются идолам. Я субханаллах. О, причист же Всевышний Аллах, говорит шейх Фаузан. عبادةُ الأصنام نوعٌ من أنواع الشرك. Поклонение идолам – это всего лишь один из видов ширка. А ширку – хуа ибадату гайри ляхи. А в общем ширк – это поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Саваун кяна санаман, ау шаджаран, ау хаджаран, ау кабран, ау валиян. Независимо от того, будь это идол, или же дерево, или камень, или могила, или праведник, ау малякан миналь малаика, или даже будь это ангел из числа ангелов, ау валиян миналь аулия, или же угодник из числа угодников, ау салихан миналь салихин, или же праведник из числа праведников, хаза хуа ширк. Кому бы из них не адресовалось поклонение, это и будет ширк. Валяйса ширку ибадаталь аснами факат. И не является ширком, только лишь поклонение идолам. Не ограничивается ширк только на поклонение идолам. Ширк это понятие более обширное. До этого мы говорили хорошее определение ширка, то что это тасвиату гайри ляхи билляхи фи шейин мин хасаис илля. Но мы, иншалла, остановимся на этом сегодня. И без нельзя слова шейх Фаузана продолжим чтение завтра. Ва субханак Аллахума бихамдика шаду алля илляха илля ант астагфируке ва атубу илляк джазакум Аллаху хайран.